Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня будет обзор из магазина Fix Price в городе Челябинск, Новоградский проспект 58. Приятного вам просмотра! Перед тем, как мы начнем смотреть товары, которые есть в этом магазине, хочу показать то, что здесь не нашла, но нашла в селе Аргаяш на выходных. Кистевой эспандер 83 рубля, я так понимаю, это коллекция к 23 февраля, 30 килограмм. Для меня это очень простой эспандер, цвета в ассортименте, скорее для подростков. Подарочный набор, 3 предмета. Блокнот, лента декоративная и ручка софт-тач покрытием. 60 листов в блокноте, цена 249 рублей. Отличаются дизайном, но все черно-золотистые. Еще один подарочный набор в коробке, ручка и брелок. Цвет ручки не указан, скорее всего синий, цена 249 рублей. Еще один набор нашла. В нем уже ручка и блокнотик отличаются по цвету, 60 листов, 83 рубля. Новинку ищите в отделе с канцелярией, калькулятор в форме приставки. На самом деле привлекает внимание, работает от батареек. Цена 174,50 и судя по коробкам они есть белые и черные. Продолжаем разглядывать коллекцию к 23 февраля. Точилки космонавты, цена 199 рублей. Отличаются они цветами, есть точно белые и синие, но возможно есть и другие. И очень милый подарок. С рычагом для заточки можно переключить режим, острый грифель и скошенный. Попались на глаза очаровательные расчески в форме мишки, мягкие массажки. Обычно такие волосы не выдирают. Цвета в ассортименте за 149. Расчески с детским оформлением, внутри блесточки. Это тоже массажка, но другого плана. Ручка здесь короткая, отличаются дизайном за 149. С котиком, лисичкой. Здесь вот ребенок с лисичкой. И еще один котик. Попались на глаза тарелки из опалового стекла, мы такие видели кружки, 17,5 см за 59. Тарелка с листьями, диаметр 20,5 см, цена 79 рублей, фарфор. Есть еще второй рисунок, и такие мы видели кружки. Органайзер для холодильника размером 35 на 16,5 на 13,5 см. В наличии 3 цвета, цена 149 рублей. Женские варежки, рисунок у них единый, похож на веточку. В составе 33 полиэстера, 29% шерсти. Цветов много, цена 199. Джемпер мужской, цена 399 рублей. Хотя такой подойдет и женщинам, нужно просто выбрать подходящий размер. 97% полиэстера, но ткань достаточно приятная на ощупь, немного просвечивает. Есть и другие цвета, черный и бордовый. Детский свитшот, цена 299 рублей для мальчиков с изображением агрессивного динозавра. Размерный ряд 116-140, 100% хлопок и как будто бы есть небольшой начес. Кроме синего цвета есть еще бордово-красные и темно-темно-синие. Такой же формы есть свитшоты для девочек, 299 рублей, дракоша здесь уже милый. Размерный ряд 116-140 и состав тоже хлопок. С таким же рисунком есть белого цвета. Носки женские, ЗУВ, размер 36-41, 67% хлопка. 79 рублей, они также есть темного цвета. Наволочки уже демонстрировала, но появились новые цвета. 38 на 38 сантиметров, полиэстер, белые с рисунком, однотонные розовые, очень приятные плюшечки. Рыжевато-коричневый, черная, очень плотная наволочка, унесу ее с собой. И бело-черная шашечка. Цена 79. Выставили три тоненьких пластиковых вешалки. Наверное, с таких вещи могут скользить. Цена 99. На выбор три цвета. Это голубые, черные наборы и прозрачные. Набор цветных фломастеров 16 штук в тубусе. Цвета прекрасно видно. Цена 149 рублей. Набор гелевых ароматизированных ручек. Вот у этих, например, ванильный аромат, 12 штук, 149 рублей. Есть виноград и другие. Заметила пеналы, силиконовые и в то же время это попыт. Цена 199 рублей. Вроде бы нашла все формы. Это поезд с дракошей, единорогом. И самый первый показывала джойстик. Серия небольших детских книг «Первые шаги». Твердые листочки зафиксированы спиралью, яркие картинки с разными темами. Например, на ферме, азбука, цена 99 рублей. Цвета изучать можно.
Мозаика Нордпласт для детей от 3 лет, но нужно пользоваться под присмотром родителей. Все это в таком закрытом пластиковом контейнере. Цена 199 рублей. Снова в продаже цепляющиеся шарики. Цена 199 рублей. Кстати, на втором канале я как-то даже тестировала этот товар. Если что, ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии. Те же аксессуары, только изменился дизайн. Много игрушек-тестеров, цена 299 рублей. Пишите в комментариях, кто такими пользовался в детстве, я точно. Еще одна игрушка в новом оформлении, это магнитный конструктор для детей от 6 лет. 21 палочка и 11 шариков, цена 124 рубля. Деревянная игра «Веселые шестеренки» для детей от 3 лет развивает логику и мышление. Работа с моторикой, форма мишки, слоника, ежик, улитка – это основа. Пингвин, белочка, кит, черепаха. Изучаем формы и цвета, цена 299. Кольцевая лампа с держателем для телефона, со штативом, с кабелем USB. Цена 249 рублей. Штатив настольный, небольшой, диаметр лампы 23,5 см, регулируется свет. В продаже сетевые фильтры от марки Era. Есть кнопочка, 4 гнезда, шнур 1,5 метра, 299 рублей. Также есть белые. Ароматизаторы воздуха для автомобиля. Заметьте, есть тестеры, это очень приятно. Цена 99 рублей, конечно, ароматов много. Нашла еще ароматизаторы воздуха в другом оформлении. Здесь 200 грамм. Не подвесные, обычно под сиденье куда-нибудь кладут, цена 149 рублей. Ароматы в ассортименте. Выставляют декоративные ящики, которые сделаны из фанеры, размером 30 на 20 на 10 сантиметров. Сбоку есть перфорация, она отличается. Цветом ящики не отличаются, цена 249 рублей. Можно использовать под подарки, либо хранить бытовые мелочи. Из всех диффузоров Fix Price я бы выделила Bristle, на мой взгляд, реально самые ароматные, цена 199 рублей, два варианта. Еще один вариант аромадиффузора, здесь аромат бергамота, морской соли и цедры лимона. Есть с дыней, цветками апельсина, с ароматом розы, какао и мятой. 40 мл за 199 рублей. Лотки для хранения, всего их 7 штук, у меня есть приблизительно такие же дома, использую под косметику. 8 на 8 самый маленький, а 16 на 31 самый большой. В наличии представлены белого цвета и темные, скорее серые. Цена 299 рублей. Много белых подвесных корзинок на дверь размером 28 на 11 на 21 сантиметр. Почему-то мне кажется, что они по металлу тоньше, чем раньше привозили, за 149 рублей. Сковорода наилегчайшая, состав нержавеющая сталь, полипропилен, диаметр 25 сантиметров, доверие не внушает, за 249 рублей. Маленький сервировочный столик, сделан он из дерева, размер 24 на 14 на 7 сантиметров, ножки здесь коротенькие, могут быть светлее, либо темнее, за 249 рублей. Потрясающие миски из коллекции Мегалит, это нержавеющая сталь, 2 литра 600 миллилитров, цена 249 рублей. В кухонной утвари пополнение. Лопатка с цветной вставкой, цена 62 рубля, длина 31 сантиметр. В этой же серии есть половники, состав нейлон, термопластичная резина и нержавеющая сталь. 62 рубля, есть еще с серыми вставками. Набор форм для канапе 4 штуки. Формы сделаны из нержавеющей стали, с пластиковыми держателями и получатся цветочки. Я других в магазине не нашла, диаметром 35 и 25 мм за 69. Форма для запекания с замком, металлическое сердце, 2 литра 600 мл, состав просто сталь, также кроме сердца есть квадратные. Объем 3 литра, цена 249 рублей. Дизайны отличаются, здесь цветы, есть еще узоры. И как вафля. Черно-белая пиала, встречаются дефекты, объем 630 мл, указано, что фарфор, 83 рубля. От количества новинок Fix Price бывает и у меня замыливаются глаза. Спасибо за ваши комментарии, что на этих кружках все-таки есть рисунок животных. Кружки показывала ранее, они по 99 рублей. Рисунок не только внутри, но и снаружи. Зебра, тигр, леопард и жираф. Большие кружки с надписями на русском языке, то, что бессмысленно, не имеет смысла.
650 миллилитров, фаянс, цена 124 рубля. На серой написано «Нормально делай, нормально будет». Фразы бьют прямо в точку. И третий вариант красного цвета. Не важно, кто напротив, важно, кто рядом. На стенде к 14 февраля заметила стеклянные кружки с надписью «Любовь – это пазл». 320 миллилитров, 116 рублей и на выбор два дизайна. Хозяйственные губки в упаковке 5 штук, цена 39,50. И все 5 разных цветов. Бумага для выпечки, длина 8 метров, цена 87 рублей. Ширина 38 сантиметров прямо под губками. Контейнеры MyBox, самые маленькие, привезли с декором. Крышки в коробке тоже есть и два дизайна. Пластик пищевой, литр 600 мл, цена 79 рублей. Хотите немного сэкономить, приобретите обычные прозрачные контейнеры на литр 600 мл. Форма не отличается, за 69. Корзинки от Архимед с перфорацией, объем 17 литров, 365 на 275 на 215 мм. На выбор представлено 3 расцветки, крышки накладываются сверху, цена 174,50. Два вида мопов для швабры, первый размером 43 на 12 см, 99 рублей короткий ворс. У этих ворс длиннее на 2 см шире и цена 79 рублей. Большой выбор хозяйственных перчаток для уборки сейчас фикс прайс. Со скидкой продаются за 85 рублей. Одна пара с размерами. Здесь 5 пар и цена 199. Если вам необходимо обновить ёршик, то фикс прайс предлагает с не очень длинной ручкой. Плетеное основание. И, кстати, ёршик сверху прикрывается. Кроме серого в наличии есть белый. Цена 124. Одной рукой даже сложно удержать. Большую бутыль чистящего средства Дозгель, 1,5 литра, с карты Fix Price 200 рублей, белее белого. Или новое оформление, или совсем новые ватные диски, 120 штук за 79. Но эта новинка не самая выгодная на данный момент, самые выгодные, пожалуй, Котте, потому что с карты Fix Price за 99 сейчас, а в упаковке 180 штук. Набор зубных щеток Smile. Необычно, что они круглые. Две штуки в упаковке средней жесткости за 79. Пена для бритья Edison. Два варианта, цена 99 рублей. Зеленое оформление с алоэ вера, голубое для чувствительной кожи, 300 мл. От этого же производителя дезодорант для мужчин. Аромат Нептун. 79 рублей. Есть еще Меркурий. 150 мл. А рядом расположился дезодорант Гальвани или Гальвани, точно я не знаю, на выбор 3 варианта и цена 99 рублей. На входе в магазин появилась стойка с семенами и цветами. Семена цветов за 11,80, семена овощей за 11 рублей и газон за 69 рублей. Складывается ощущение, что фикс прайс всегда опережает другие магазины. На кассе появились открытки из коллекции к 23-му для мужчин «Сотри слой и получи предсказание». Это лишь часть дизайнов, на самом деле их больше, цена 33 рубля, такая маленькая развлекаловка. На сегодня у меня все, друзья, благодарю за просмотр, пишите в комментариях, какие товары вам понравились. Если в ваших магазинах новинки к 23 февраля, всем желаю хороших покупок и пока-пока!